вот появился, который я мыла ноги от песка. И он, конечно, прошел с телефоном рядышком. Вот этот тип, который именно здесь им надо пройти. Вот. И выглянули, и оттуда вот из-за угла выглянули, там было трое мужиков, но это были далеко, значит, ну, может быть, чисто любопытное, что женщина купается в это время. Вот. Хочу сказать о воде у меня дома. Вода у меня дома до того отравлена, что я здесь 4-5 лет искала как-то разделить, чтобы делить аренду с кем-то. Естественно, одни псиопы были. Время теряли, позвонили всегда, но куча псиопов. Единственный раз приехала ко мне одна румынка на один месяц. Естественно, оказалась та псиопкой. Ну, я уже просто согласилась почему-то. А им нужно было просто кого-то, чтобы присутствие, открытый доступ в мою квартиру. Поэтому они поселили одну румынку, которая работала на кухне в одной пиццерии. Летом, июль-август месяц, где-то вот этот, на один месяц она приехала. И за один месяц работы эта румынка ни разу не приняла душ. Представляете, 35-40 жары работать на кухне. Вот. Ну, она якобы днями работала, она приходила на ночь и что делала? Она делала, портила мои вещи, портила еду. И я почему-то очень послушно выходила в эти моменты, когда ей прийти, и вот я дома, она ничего сделать не может, и почему-то я выходила, когда нельзя было выходить, просто подождать, пока она уйдет. Вот. А я просто выходила, ребята, просто управление, внешнее управление было мной. Я просто выходила из дома, давая таким образом ей открытое пространство для работы. Но она в футболке резала, как всегда, все они режут. Они режут обувь, футболки, пятна на постельном белье, разрывают белье. Вот такие дырки делают, которые якобы где-то заделась и пошла, да, и пошла. И вот это, и уже, конечно, белье уже разорванное. Вот, все угодно, все что угодно портит. Ну, вот такое было. И это, и... Так вот, за месяц она ни разу не приняла душ. Я у нее спросила, говорю, ты работая здесь, ты куда ходишь принимать душ? У тебя другая квартира? Не, нет у меня. Вот, но потом уже оставался день или два до ее выезда. И она только на месяц. Вот, естественно, и это... Потом я ее отправила в ту квартиру. Было за день, наверное. Просто сумку поставила ее на улице, вне квартиры, за дверью. Сумку с ее свечами поставила, и все. Вот, она пришла с работы, забрала сумку и уехала. Потому что, видите, я ее уже больше, уже совершенно не могла ее никак выносить. То есть абсолютно. Машина сколько. Вот. И это... И... Так вот, так что, представляете, очень опасно. Вот мне на море, вот, что я закаляюсь, так это еще вариант, то, что я ополаскиваюсь, потому что хоть вода соленая, но иначе что? Как? Потому что раньше была эта возможность на пляжах души и все вот такое. А там просто опасно у меня дома. Представляете? До того опасно, что человек ни разу, псиоп, ни разу не приняла душ у меня в доме. Потому что они туда уже включили, потому что с кожей просто беда. Я вот не показываюсь, но мне... Я сама не узнаю себя. У меня есть видео, где я не скрываюсь, где я говорю лицо, да, и много раньше видео. Сейчас я просто себя не узнаю. Программа устаревания такая, что вообще... потом, ну, в общем, зубами это все. Три зуба, которые... Мост пришлось вырвать все, хотя...
там посмотрели, говорит, ничего там болеть не может. А у меня так болело там, что я вырвала эти два зуба, мост, все это разрушила, все, что было. Вот, поэтому. И потом мне сломали еще перед Новым годом один зуб. Вот. Пофиг поставим. Вот, поэтому они мне. Они все делают, но как-то это все через жопу. Возвращается все к ним, потому что мне насрать на все их дела. Вот. Потому что, ребята, правда на нашей стороне. Мы прорвемся. Вот. Я вспомнила маму, когда она говорила, посмотри мои руки. Это же не мои руки. А я ее успокаивала, что мамочка, других нет, мол, типа того, ну, вот эти нормальные. Потому что я не понимала, как над ней издевались. Они такие же были выкручены, все жилы, какие-то, кожа ужасная, ужасная. Знаете, такая старушечья, соскорбленная, все руки перекрученные. Так это просто-напросто издеваются, как когда я сейчас не узнаю ни свои ноги, ни свои руки. Потому что это ежедневные, ночные какие-то вот бегания по вам, да, вот такое вот проходит вот это вот. Это сморщивание кожи происходит. Морщинистая, она сушит, и вот она такая морщинистая. Потом, как они, что они делают, они высушивают людей. В один момент я услышала, как меня вот по щелчку на кнопку нажали, и знаете что? И как будто вода ушла, ну не знаю на сколько, 25-30%, половина, ну это тогда вообще, это уже почти смерть, да? Но вот приблизительно вот так я услышала, что я иссохлась, из меня влагу выдавили. Но вот это 25-30%, думаю, потому что все как будто усохло. Пить воды даже не напьешься столько, потому что по всему телу вот что они делают. Вот какая программа устаревания. А ведь мы там на 90% из воды, поэтому эта программа устаревания. Удалить из нас воду, и тогда все, кожа, конечно, виснет, сохнет. Она никакая штука, без воды не жить. Вот, и вот по щелчку было такое, которое я поймала. Я услышала это. Вот такое вот раз, и удалили воду из организма. Вот что делают вообще. Да, в зеркало я тоже давно не смотрюсь, потому что там не я, просто-напросто. Тоже кожа вся сухая. Уголки вот эти... Носогубные складки, все вперед, вся в красных точках, вся в мелких красных точках. Я даже не представляю, откуда это все. Вот все мелкие красные точки по всему этому, по всему телу. Миллион их просто, грудь особенно. Я показывала, если вы помните, я показывала футболки, которые дырявые все. В районе сердца и на спине, в районе тоже, в районе сердца и со спины. Вот. Потом маргелоны. Обязательно маргелонская болезнь, которая мне Людмила Рогинская сказала, что у вас маргелонская болезнь, которую даже не слышала такое. Потом я дошла в интернете, начала искать, что это такое. Очень симптомы все похожие. Вот. И еще... рассказала, когда у меня были пиявки, которых отравили, также соли насыпали и отравили их. Вот. И они умерли. Ну вот так я очищалась, работала с пиявками. И одна девушка в одном чате тоже работала с пиявками, написала. Она работала с ними уже лет 17. Так вот, она разместила фото. Последнее время, она 17 лет такого не замечала, а последнее время она делая с пиявками, секунду, заплачу. И последнее время она
заметила, что она разместила фото, на салфетке разместила, она в пиявке, когда отработали, да, кровь взяли, и она их на несколько там секунд можно направить в соль, и тогда они отдают эту соль, кровь, которую, значит, насосали. Их надо сразу потом вытаскивать и нормальную воду, потому что погибнут. И вот эту кровь, она что-то такое, типа того, процедила, я не знаю, как она их поймала, и много на салфетке вот таких нитей. Просто есть как точечка там, вначале как будто точечка, вместо как голова, да, типа того. И вот такие нити. И их много. Никогда у нее таки за 17 лет работы с пиявками она такого не видела. И вот сейчас она увидела вот в крови у себя вот это. Пиявки даже высасывают эти нити. Ребята, представляете, что? Вот, поэтому Маргеллоновая болезнь, я знаю, что есть. Куча болезней, которые они делали мне постоянно. Я много не снимаю, когда я болею, я не снимаю, конечно. Периоды такие мигрени устраивали, что тут, конечно, не до съемок. Поэтому много времени, которое я не снимаю, ну, в общем, когда состояние не очень. Снимаю, когда у меня хорошее, когда я прихожу в себя. Вот. Естественно, знаю, что своей смертью не умру, но я туда не тороплюсь, поэтому все псиопы, пропускаю вас вперед, проклинают вас в седьмом колене на веки вечные. Прокляты, прокляты, прокляты. Вот. Держитесь, все пострадавшие. Они заплатят за все обязательно. Каждый псиоп за все страдания заплатит. Ребята, держимся.